M1 Global presents. Уважаемые любители смешанных единоборств, вашему вниманию предлагается бой в полулегком весе. В синий угол рейджа приглашается Андрей Сыроваткин, Ростовская область. Приглашается боец из Республики Ингушетия Моусар Евлоев. Раз. Не важно, элита это или андерклад. Если вышел в ринг боец из клуба НАТ, мы не надеемся на случай, не полагаемся на факт. Это бойцовский клуб НАТ, бойцовский клуб НАТ. Не важно, элита это или андерклад. Если вышел в ринг боец из клуба НАТ, мы не надеемся на случай, не полагаемся на факт. Это бойцовский клуб НАТ, бойцовский клуб НАТ. И вся кручивая, как скалы, тверже металла, быстрее кобры, опаснее напалма, гордые, как орлы, стремительный, как ветер, мы сыны Кавказа, дети Ингушетии, воспитанные по закону мужества и чести. С самого начала всегда держимся вместе, на нас равняются другие, нам подражают, противники боятся, друзья нас уважают. Бойцовский клуб НАТ, эталон победы, и ни один удар не останется без ответа во всех антисветах, что предлагает. Боец в синем углу Андрей Сыроваткин представляет бойцовский клуб «Пересвет» Ростовская область. Андрею 27 лет, он кандидат в мастера спорта по вольной борьбе, кандидат в мастера спорта по смешанным боевым единоборствам. Боец в красном углу ринга Мосор Евлоев. Мусору 21 год, призер Северокавказского федерального округа по панкратиону, призер чемпионата СКФО по вольной борьбе среди юниоров, бронзовый призер чемпионата Республики Ингушетия по ММА. Рефери в ринге Ашот Ашумян. Работаем 3 раунда по 5 минут. Все действия по правилам. Если команда стоп не работает, все знаете. Пожалуйста, удачи вам, по углам. Первый раунд в этом интереснейшем поединке, я уверен, потому что будет выступать Моусор Евлоев без клуба НАТ, Республика Ингушетия, против Андрея Сыроваткина из Пересвета, это известный клуб из Ростовской области, в котором выступал Мухаммад Аушу, и ты, Хамзат, я помню, выступал в этом клубе, в этой лиге, и это полусредний, полулегкий вес, 65,8 килограммов, 3 раунда по 5 минут. 3 раунда по 5 минут. И мы видим, что боец из клуба «Пересвет» Андрей Сыроваткин идет вот в размен и попытался нанести несколько ударов, но Мосор действует грамотно. И это не случайно, потому что Мосор один из опытных и перспективных бойцов Ингушетии. Хамзат, ты, наверное, побольше расскажешь, но сначала прокомментировал, вот, удачную позицию выбрал. Мосор.
Моузер очень хороший и вязкий борец. Я думаю, Моузер не упустит этот шанс. Так, а мы помним, да, мы помним битву в горах, которую он сейчас в этом году выступал. Красиво, и, в принципе, весь поединок закончил в этом же положении. Но еще что нужно отметить, клуб «Пересвет» славит своими бойцами. Это один из сильнейших клубов Юга России. И наряду с клубом «Горец». И... Ага. Молча прихватывает. Сильнейшими клубами. Сдается. Сдача. Сдача соперника. Мы поздравляем Моусера с победой. Несмотря на то, что клуб «Пересвет» сильный клуб, Моусер оказался сильнее. Мы поздравляем Моусера и желаем удачи и Андрею Сыроваткину. Красивая победа Моусера. Андрей Сыроваткин имеет все шансы в дальнейшем проявить свои навыки, да? Да. Удачи. Ты с ним знаком, кстати, Андрей? Нет, я с ним не знаком. Ну, то, что ты знаком и хорошо знаешь Моусера. Дорогие друзья, поединок продлился 1 минуту 43 секунды. Удушающим приемом победу в поединке одержал Моусер Евлоев, Республика Ингушетия, бойцовский клуб «Нарт». Моусер, вас слово. Спасибо организаторам этого турнира за предоставленную возможность. Спасибо моим тренерам, особенно с течением Юнусу и Лавриасову. Спасибо, Юнусу.